возврата Крыма России. Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Подождите, но мы не вернули себе Абхазию и Осетию. Это независимость. Ну, объясню. Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Подождите, а почему Крым? Ну вот чем вам Крым? Вот вы сказали... Нет, я объясню. Нет. Еще раз вас спрашиваю. Еще раз вас спрашиваю. Вот вам Крым зачем? Да слушайте. Вы слушать будете или нет? Не будете, да? Нет, вопрос уже задали, про Крым отвечаю. Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.